Фотоловушки для борьбы с появлением незаконных свалок в лесах Московской области зафиксировали первое нарушение. Организаторов свалки удалось задержать в городском округе Щелково рядом с деревней Назимиха. Как выяснилось, на данную территорию незаконно привозили строительный мусор. На место свалки в оперативном режиме выехали инспекторы экологического надзора совместно с сотрудниками полиции. При задержании водители были опрошены. В отношении водителя составлены административные протоколы. Данные машины, вот два КАМАЗа, они сейчас будут доставлены на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. На сегодняшний день в подмосковных лесах размещено около 60 фотоловушек. Отслеживающее оборудование передает подозрительную информацию напрямую в Центр управления регионом. ЦУР, в свою очередь, сотрудничает с правоохранительными органами. Это сделано для того, чтобы полиция могла оперативно задерживать организаторов несанкционированных свалок. Камеры установлены не только в лесах, но и на дорогах, в тех местах, где некогда уже были зафиксированы навалы мусора. Стоит отметить, что граждане также могут поспособствовать поимке нарушителей. Для этого нужно направить информацию о замеченной свалке на портал «Добродел». Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.